команду «Льва», которая по дороге, но мы начнем без них. Я надеюсь, что к моменту, когда они понадобятся, они уже будут здесь. Все, закончилось. 5 дней, 125 часов. Спасибо вам всем, что выдержали, выстояли. Ну, правда, не все. У нас есть, как всегда, одна команда, которая очень любит покидать соревнования на третьи сутки. תודה רבה על החמישה ימים הנפלאים שהעברנו פה באגם. כל הקבוצות עבדו בגבורה ובצורה איתנה, חוץ מקבוצה אחת שיש לה נטייה קצת לפעמים לעזוב את התחרות באמצע התחרות. והוא רצה להמשיך לדבר, אני לא יודע. Нет, я буду останавливаться, чтобы мне дать возможность переводить. Может, это тоже привести. Это был достаточно тяжелый турнир по многим факторам. Понятно. Рома будет переводить то, что он захочет сказать, а не то, что я. Это Рома. Мы знаем, что Кинерет – это очень сложный водоем. Сложный не только в плане того, что там сложный рельеф, но также он сложный, потому что он очень сильно зависит от погоды. Как мы все знаем, Израиль – это страна, которая сезонная. То есть у нас не бывает так, что каждый год одинаковое количество осадков. Есть приблизительный расчет, что где-то раз в 6-7 лет, значит, выпадает на Израиль дождливый год. И как мы это уже видим, мы это знаем и по статистике, которую мы можем посмотреть в прошлом. Когда выпадает такой год, чаще всего результаты турнира намного более слабы, чем в засушливые года. Как вы прекрасно понимаете, когда мы назначаем соревнования, мы можем только приблизительно знать, какой будет год, будет ли он дождливым или он не будет дождливым, но по-любому мы не можем не делать галилейский карп, даже когда мы знаем, что будет достаточно дождливая зима. וכמו שאתם מבינים, אנחנו כשמעריכים מתי תהיה התחרות, אנחנו מבינים גם שתהיה כמות משקעים גדולה. אנחנו עדיין לא יכולים לא לעשות את התחרות ולא לקיימה. Можно спорить о том, когда лучше проводить соревнования, в какой месяц, но мы опять же, та же статистика говорит, это очень все, это как лотерея. Можно сделать в декабре и попасть на проблемы, можно сделать в январе и прекрасно отловиться и так далее. Поэтому этот год тоже не был исключением, мы не могли заранее знать, что будет, поэтому мы назначили конкретно эти даты и, к сожалению, получилось немножко не так, как мы хотели. Зато погода хорошая. Я об этом тоже скажу. Лицарено, а вообще кувин за тахаруют, אנחנו לא תמיד יכולים לקבוע איזה צורת לידה תהיה ומה אנחנו נוכל להוציא. והשנה תמיד יש ויכוחים, האם זה דצמבר, אם זה ינואר, ואיזה תאריכים לקבוע, לפי איזה נתונים לקבוע, והשנה זה נפל, קבענו את התחרות, ויצאה תחרות שהיא קצת יותר חלשה.
Но как бы... Шалом лекуцат лидер. Куцат лидер, да. Команда лидер может заходить в зал и садиться. Но как бы есть и положительные моменты, да, вот вы сейчас видели, что происходит сегодня на некоторых пляжах, они полностью затоплены, и буквально за несколько часов сектора просто исчезли под водой. То есть мы могли попасть вот именно на такой день, когда, ну, день, может быть, это сейчас будет еще неделя, мы не знаем. Поэтому тут такая ситуация, кто помнит прошлый год, не даст мне соврать, было достаточно сложно в секторах. У многих сектора передвигались 2-3 раза с полностью со всем снаряжением. Я могу согласиться с тем, что клёв был лучше, но очень многие пострадали в плане снаряжения своего, поломанные палатки, тенты и так далее. Поэтому это уже, как говорится, как повезет. חלק מהסקטורים כבר עכשיו אפשר לראות שהם נכנסו מתחת למים, כלומר המים ממשיכים לעלות והסקטורים נעלמים, וניתן לראות גם לפי מה שקורה שנה שעברה שחלק מהקבוצות יצטרכו, חלק מהקבוצות נדרשו להעביר את הציוד שלהם מספר פעמים אחורה, חלק מהציוד נרטב, חלק מהציוד התקלקל, כלומר, והדגה אומנם הייתה יותר טובה, אבל זה מה שנקרא מזג האוויר. Да, и хотя мы молимся перед каждым турниром, ставим свечи, кладем записки в стену плача, но не всегда там нам отвечают так, как мы хотим. По-любому, все прекрасно отработали. Я, как бы, не дадите соврать, да, что я пошел все сектора. Я никого не пропустил. И я просто видел, как люди работают, как, что, в общем-то, даже в последние дни, когда уже казалось, ну что уже тут надеяться, никто не бросил снасти, народ продолжал ловить, и для некоторых команд это таки да, дало результат. Может, мы видим, Андрея Шана сам Арпах Адир, Арпау Бен Кола Кбуцот, Аса Арбе Подкастим, Аса Арбе Шибурим, Бикерит Кола Кбуцот. ממה שהוא ראה והתרשם, כל הקבוצות עבדו בצורה יפה, קשה, עבדו בצורה ניכרת, וזה מה שנקרא, נתן את אותותיו, אפילו עם הפתעות בקצה. Я очень рад видеть, насколько вырос уровень наших спортсменов за последние годы, и с точки зрения спортивной составляющей, с точки зрения логистики в секторах. Я вижу это продвижение вперед, меня это не может не радовать. Андрей מתרשם בצורה מאוד מאוד ניכרת ממה שקורה בסקטור, מהתקדמות של הלוגיסטיקה של הסקטור, מהתקדמות של הציוד, מהתקדמות של הספורטאים ומהתקדמות הספורט עצמו, ממש ממש חזק וקדימה. Кроме этого, я не могу опять не вспомнить про то, что наш турнир посетили, ну, скажем так, одни из самых известных корбятников двух стран, ну, в принципе, трех стран, извините, но некоторые из них уже наши люди давно, и уже могут выступать за израильскую сборную. Да, вот, ну а что, членский билет есть, все в порядке. Да, вот. А какой еще? Хорошо. Вот, и это, естественно, очень сильно задрало планку с точки зрения наших спортсменов тоже, как бы, ну, понятно, как тут находятся такие именитые спортсмены. Нам надо просто вот лечь костьми и что-нибудь поймать. מה שקורה עכשיו, שחשוב שתבינו, זה התחרות הראשונה שנמצאים כאן נציגים מהרבה מדינות, זה לא רק ארבעה, יש פה שלושה, יש פה ארבעה מדינות. יש פה שני מדינות שיש להם אלופי עולם פה, יש מדינות שיש להם אלופי מדינות שלהם, וזה מן הסתם נתן לקבוצות הישראליות ולנו בכלל מוטיבציה לקרוא להם את התחת, אין מה לעשות. Как бы вольный перевод.
Ну, да. Жарить всех, мы будем. Чего ты вас? Есть פה תגובה יפה, תגובה יפה מאלפי העולם שאנחנו טוענים שזה לא יקרה. Ну да. Да, конечно, не только есть две страны, которые представляют чемпионов мира. Естественно, у нас, к сожалению, он уже уехал. У нас был Алан, который, можно сказать, представляет Южную Африку. У нас есть команды, в которых есть представители Англии, Беларусь, как бы. У нас вот, действительно в этом году у нас просто интернационал. חשוב לציין שיש פה נציגות מאוד יפה מהעולם, יש פה נציגות מאוקראינה, רוסיה, בלרוס, רומניה, אנגליה, דרום אפריקה, כלומר זה באמת תחרות שהיא בינלאומית ומוצגת כרגע על ידי המון מדינות והמון עמים. Естественно, когда мы начинали проводить Галлийский карп 11 лет назад, мы себе даже не могли представить, что когда-нибудь у нас будет такой турнир, где будет столько людей, замечательных спортсменов, я не говорю не только про зарубежных, говорю про наших ребят, потому что даже если мы возьмем чисто израильский список спортсменов в этом году, но он просто 25 команд, это серьезно. וחשוב לציין שלא רק הקבוצות הבינלאומיות, גם הקבוצות הישראליות אלו רמה, ויש פה כמות מאוד מאוד נכבדת של קבוצות ישראליות שמשתתפת, וגם הקבוצות הישראליות, אנחנו כרגע כמשפחה מתרחבות, ויש פה נציגים מהרבה עמים והרבה דתות. Да, то, что Рома дополнил на иврите, я это скажу на русском, что здесь у нас в этом зале сейчас собрались представители огромного количества национальностей, вероисповеданий, взглядов и так далее. У нас есть и христиане, у нас есть и мусульмане, у нас есть иудеи, есть атеисты. Короче, у нас тут реально интернационал, и меня это очень радует, потому что каждый год присоединяются новые команды. Вот уже сейчас у меня есть две команды, которые арабоговорящие, скажем так, которые хотят присоединиться в следующем году к нашему турниру. То есть то, что происходит объединение людей, наций, именно благодаря рыбалке, но это, наверное, одно из тоже из таких очень важных, одна из важных задач нашего клуба. Главное — мир. שפות שונות, מה שהוא ציין שיש פה אפילו שתי קבוצות שדוברות ערבית לגמרי שרוצות להצטרף שנה הבאה לתחרות, זה ממש משמח אותנו. קבוצות חדשות לגמרי, זה ממש משמח אותנו, ועוד יותר משמח אותנו הנושא שדייג ודייג ספורטיבי בארץ שמנוהל על ידי עמותת איסרפיש מקרב לבבות לכל העמים. Будем считать закрытый банкет. Естественно, первым делом я хочу сказать несколько слов благодарности тем, кто помогал нам организовать этот турнир и провести его в лучшем виде. Это, естественно, администрация управления Кинеретом. Это Минерета Кинерет, это объединение городов Галилеи и так далее, те, которые нам помогают с логистикой в лагерях, помогают те, кто открывает вам ворота, те, кто дает нам ключи от ворот. То есть эти люди, которые тоже очень заинтересованы в том, чтобы мы продвигались дальше. То есть спасибо им большое. Все слышат, мы сейчас в прямом эфире. Второй, кому хочу высказать благодарность, это
Кибуц Энгев, которые тоже нам во многом помогли, и с этим же залом, со всеми, все же связано с логистикой, им тоже большое спасибо. Ну и, естественно, спонсоры, как без них, посмотрите, какие шикарные призы в этом году, как бы никто даже не ожидал. Первый генеральный спонсор – это магазин клуб «Рыбака» и «Натойбис». Я так понимаю, что его в зале нет, поэтому, я думаю, ему передадут от нас слова благодарности. Сейчас в зале находится представитель магазина «Эхолот Карпфишинг», Беларусь, это Глеб Дмитрович, и я хочу ему вручить диплом, если я его найду. Спонсор, которому очень благодарны, который нам помогал и на кубке, и сейчас он дает призы. Это Саша Панкин, магазин «Альпан». Он снимает, он не может вынести на руки потом. Огромное спасибо, Саша. Ну, как бы, красивые дипломы, типография City Print. Если вам нужно что-то распечатать, то, пожалуйста, это туда. Да, также они сейчас делают футболки. Можете посмотреть на команду Wildcard. Парам-парам-пам. И наш новый спонсор, он не приехал, да, я так понимаю? Магазин Ника. Местные прикормки, дипы и так далее. Да. И, ребята, естественно, вы согласитесь со мной, что надо обязательно сказать спасибо судейской бригаде, которая, в общем-то, я не слышал ни одного плохого слова ни от кого в командах. Все были ими очень довольны, как бы. Поэтому спасибо судьям. Хотите выйти? Они стесняются, ладно, я, как говорится, вы нам дипломы в зал, делите и не поделитесь. Опять же напоминаю всем, кто не в курсе, о том, что мы по нашему решению в прошлом году команды, которые не поймали рыбу, и которые стали, ну, мы не делим их по местам. У нас нету там 25 место, 24 и так далее. То есть, если команды не взяли рыбу, то они, в общем-то, участники турнира. Нет смысла, как бы, ну, эти места команда «Мальки», 18-й сектор. Выйдите, пожалуйста, представитель за «Мальков». Что такое? Через за «Мальков». «Мальков» и сразу три медали можно. Сборная команда
Киев-Тирасполь, команда КИТ-2. Мы решили о том, что каждая команда заслужила памятную медаль о турнире, потому что диплом это хорошо, но это бумага, а все-таки медалька. Следующая команда, наши гости, уважаемые с Украины, команда Кричевича Фарпарова. Команда Big Card. Рыба весом кило 700. Они на 17 месте. Роман Тарген. Команда «Бульдоги».
Один карп 3 килограмма 260 грамм. С одной рыбы тоже. Вес 3 килограмма 370 грамм. Команда Golan Sport Fishing. Наша надежда на будущее на голландских высотах. Ребята, которые проводят такую осветительную работу у нас в регионе. Обучают молодых спортсменов. Объясняют, что такое catch and release. И сколько это важно. Команда, состоящая из 4 участников, команда Team Baikar. Да, была произведена замена. Хайкин Гена был вынужден покинуть пределы сектора, поэтому получилось 4 участника. Рома, возьми медаль, он все равно был заменен. Что с того диплома? Медаль по себе на память бери. Я возьму. Обязательно. Место, две рыбы, вес 6 килограмм, 10 грамм, команда Папа Карло. Он уже чемпион пути. Папа Карло. А где мама Карло?
12 место. Одна рыба. 7 килограмм 300 грамм. Команда Amos Team. Эту команду тоже можно назвать украинской, в принципе. Рыбы 7 килограмм 430 грамм, команда, которая можно сказать, она была одна из самых несчастных на нашем турнире, 25-й сектор, команда Дельта. Почему несчастный? В чем несчастный? Потому что каждый день за их спиной работал трактор, а каждую ночь их сектор поперек перекрывали от мыса до мыса сетью. Я знаю, что у многих были сети, но у них просто как бы единственный выход был в воду, который был перекрыт каждую ночь все 5 дней. Но я... Сегодня не было, но сегодня было исключение. Но, по крайней мере, там стали сеть, потому что там была рыба. Десятое место. Одна рыба весом 8 килограмм, 540 грамм. Команда, которая внезапно удивила всех. Ну, молодцы. Перфект. Вдруг, заслуженно, работали. Я не порубистый. Мне одной хватит. Девятое место. Три рыбы. Вес 9 килограмм. 530 грамм. 12-й сектор. Команда Jet Street. Что там не так? А на русский язык посмотри, что написано. Что написано? 18-19. А русский по-русски. Нет, потому что остальных там 19 градусов, все нормально.
Спонсор запортачил. Ладно, обычная печатка. Нарисуй так, как ты хочешь. Я сделал, у меня нет проблем. Я понял, в чем проблема, да. На русском языке ошибка, на иврите нормально. 8 сектор, 3 рыбы, 9 килограмм, 800. 8 место в первом секторе с 3 рыбами, весом 9 килограмм, 880 грамм. Команда «Жилищный человек». Находится. 7 место, 3 рыбы, 10 килограмм, 30 грамм, 24 сектор. Команда «Гризли». Весом 10 килограмм, 530 грамм, 14 сектор, команда «Бобер». Сектор и зона Б с 13 по 25. Итак, победителем в зоне А с весом 16 килограмм, 420 грамм, 3 карпами стал 8 сектор. Команда «Пин Карп». Сектор 8, 6 килограмм,
большой ошибкой. От спонсора компании Ника приз за места в зоне. Спасибо большое. Ну, это нам на поклубке не хватит. Потирала, молодцы. Зона Б. 8 рыб, 21 килограмм, 490 грамм, 13 сектор. Команда лидер. Компания Ника. Значит, встаньте, пожалуйста. Боже, что это? Тёма, а где Ренобайт? Ты не Мы переходим к номинации «Самая большая рыба». Андрюша. Андрюша. А, не со мной? Непонятно. Самая большая рыба турнира. Карп весом 12 килограмм, 710 грамм, который никто не смог перебить за последние дни. Это команда «Аса», третий сектор. Сами. Секретов нет. А призы будут? Да, конечно, призы. А, от компьютерного магазина Альпан призы за Big Fish. Альпан. Не уходите, Асадыр.
Третье место на нашем турнире Грецкий карп 2020 с общим весом 31 килограмм 100 грамм 8 рыб занял четвертый сектор Wild Carp. Спасибо за эти призы магазину «Клуб РБК» Гена Тойбис. Компьютерному магазину «Альпа», а также магазину «Эхолот Карфишинг Беларусь». Еще раз спасибо спонсору этих призов, магазину «Клуб РБК Гена», магазину «Альпан» и магазину «Эхолот». И я напоминаю, что в конце по-любому... Нужно будет сделать коллективную фотографию, потом обязательно фотографию с победителями на память. Фотография будет на улице. А, там ветер сильный просто. Нафиг ветер не влияет, на людей может повалить. Ну и наконец-то мы приблизились к победителю нашего турнира. В принципе, все его уже знали давно. 19 рыб. Общий вес 82 килограмма 40 грамм. Третий сектор команда АСА.
что эта команда также заняла первое место в Кубке клуба из Рафиш, который был месяц назад. Они абсолютно чемпионы года 19-20. Призы от спонсоров Эхолот Карпфишинг, клуб РБК и Альта. Карпфаромат неплохой. Браво! Спасибо всем!